каждый новый займ больше предыдущего, и каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов – больше сумма. В хозяйствах Тувы идет окотная кампания. Глава республики призвал помогать и поддерживать чабанов всем обществом. К окотной кампании должны быть привлечены студенты-сельхозники, волонтеры и безработные. Тувинский государственный университет отозвался на призыв руководства региона и направляет студентов сельскохозяйственного факультета в качестве сакманщиков в животноводческие хозяйства. Более 50 студентов, которые обучаются на втором-третьем курсах по направлениям зоотехник, ветеринария и санитарная экспертиза и технология производства и переработки сельхозпродукции, будут помогать чабанам в этот трудный период. Между ТУВГУ и Министерством сельского хозяйства и продовольствия подписано соглашение о взаимном сотрудничестве по организации и проведению практик, то есть сезонных работ. Студентов-сакманщиков ждут в 9 животноводческих хозяйствах – Мангун-Тайгинского, Бай-Тайгинского, Авюрского, Судхольского и Улукхемского районов. Большая группа студентов сельского факультета Тувинского «Альма-Матер» в количестве 25 человек направляется в Мангун-Тайгинский район. 20 марта они уже выехали к месту прохождения практики. Руководители некоторых сельхозпредприятий попросили отправить студентов 25 марта и 1 апреля. Студенты во время работы покажут свою теоретическую подготовку. Практика поможет им вникнуть в тонкости профессии. Они твердо намерены помочь животноводам республики пройти ответственный период окота без потерь. В начале апреля департамент городского хозяйства объявит конкурс на право осуществлять региональные перевозки по городским маршрутам. Всего планируется выставить 18 направлений, из которых 9 ныне действующих, 7 перетерпели изменения и 2 новых. Наряду с перечнем выполненных работ по подготовке конкурса были представлены схемы измененных и вновь разработанных маршрутов движения городского общественного транспорта, которые в конце февраля были вынесены на открытое обсуждение в социальных сетях. В результате рассмотрения многочисленных обращений и с учетом предложений горожан, изменения претерпели маршруты под номерами 2А, 4А, 6, 11, 20, 25 и 19. Новые маршруты 5А и 10 будут обеспечивать доступность микрорайонов по улице Байгахская и Кожзавод. По итогам голосования «за» и «против» представленные нововведения получили одобрение жителей Кызыла. Для установления одновременно тотального и прозрачного контроля над движением городских перевозчиков необходимо создание диспетчерской службы, которая к тому же должна быть независимой для случаев, когда ее отчеты могут оспариваться водителями. Сейчас рассматриваются предложения иных производителей, программы которых могли бы работать в привязке со специальными приложениями для смартфонов, что обеспечило бы удобство в использовании для пассажиров. В заключение отчетной встречи департаменту горхозяйства даны ряд поручений. Ужесточить условия договора, особенно в частности соблюдение расписания маршрутов. Обеспечить субсидирование из городского бюджета 8 направлений, которые считаются убыточными. Ускорить приобретение новых автобусов при поддержке региональных ведомств и, главное, добиться, чтобы любой кызылчанин на своем смартфоне с помощью бесплатного приложения мог видеть движение нужного ему рейса. Данная цель должна быть достигнута уже в этом году. В Кызыле продолжается реализация городского проекта «Социальный картофель». В 2019 году запланировано оказать адресную помощь на основе социального контракта многодетным малоимущим семьям, зарегистрированным в Кызыле, имеющим придомовую территорию либо дачный участок, позволяющий выращивать картофель. Каждой семье будет передано 50 килограммов семенного картофеля. По условиям контракта семья будет обязана осуществить своевременную посадку, уход, полив и сбор урожая, при этом обеспечить свою семью семенами картофеля для посадки на следующий год. Многодетные малоимущие семьи, ранее не получавшие семена картофеля, могут обратиться в департамент по социальной политике столичной мэрии. Владимир Путин поручил распространить каникулы на все, в том числе ранее выданные ипотечные кредиты. Он напомнил о том, что в ходе ежегодного послания президента Федеральному собранию прозвучала инициатива, связанная с введением каникул для тех, кто, взяв ипотечные кредиты, оказался в сложной жизненной ситуации и не в состоянии их оплачивать. По общему правилу закон обратной силы не имеет. Это означает, что новые правоотношения должны возникать только после принятия нового закона. Но, к сожалению, для нас мы такой оговорки с вами не сделали. Это
отчасти и моя вина. Я сделал такой оговорки, и люди, конечно, восприняли это как то, что ипотечные каникулы будут распространяться на все выданные, в том числе ранее, ипотечные кредиты, рассказал Владимир Путин в ходе заседания с участием членов правительства. В связи с этим президент поручил депутатам Госдумы при принятии закона исходить из того, что ипотечные каникулы будут распространяться на все подобные действующие договоры. Как в народе говорят, слово не воробей, вылетит, не поймаешь, напомнил Путин о народной поговорке. И о курсах валют. Доллар на сегодня 64 рубля 28 копеек, евро 72 рубля 94 копейки. Кызыл, встречай московскую ярмарку верхней одежды. Мужские и женские куртки по оптовым ценам. Размеры до 72-го. Торопитесь, ЦУМ, цокольный этаж. Региональным следственным комитетом 27-летнему ранее судимому жителю Кызыла предъявлено обвинение в убийстве двух и более людей. По версии следствия, 19 марта молодой человек в ходе ссоры, возникшей во время совместного распития спиртных напитков, нанес двум своим знакомым множественные удары топором по голове, которые и стали причиной смерти женщин. В настоящее время мужчина задержан. Судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявлено обвинение. По уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех фактических обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. В Министерстве внутренних дел региона дан старт профилактическому мероприятию «Единый час права» для школьников и студентов СУЗов. Полицейские рассказали несовершеннолетним о мерах административной и уголовной ответственности, предусмотренных за совершение преступлений, наиболее часто совершенных несовершеннолетними. Во время лекции подросткам показали фильм и социальные ролики. Отметим, что по данным ведомства за два месяца в республике зарегистрировано 45 преступлений, совершенных несовершеннолетними. Несмотря на снижение данного показателя, почти на 12% отмечен рост преступлений, связанных с наркотиками. Только за два месяца зарегистрировано 13 фактов против 4, совершенных в том же периоде прошлого года. Из 90 несовершеннолетних, приступивших закон, 67 являются учащимися школ или техникумов. В результате строительства нового онкологического диспансера предполагается улучшение качества и доступности оказания медицинской помощи онкологическим больным республики, поднять на новый уровень оказания специализированной онкологической помощи, соответствующей лучшим мировым стандартам. В Туве будет возобновлен лучевой метод лечения опухолей. Сократится время ожидания компьютерной томографии с 35 дней до 3 дней. В рез онкодиспансере
дочери будут проводиться иммунно-гистохимические исследования, определяться рецептурный статус опухоли и будут назначаться специфические эффективные химиопрепараты. С внедрением нового метода химиоэмболизации опухоли снизится одногодичная летальность при запущенных формах рака печени, поджелудочной железы и шейки матки. Внедрение высокотехнологических методов лечения опухолей уменьшит количество выезжающих пациентов за пределы региона. Улучшение демографических проблем путем снижения смертности населения за счет снижения смертности от злокачественных новообразований и раннего начала специализированной медицинской помощи. Оптимизация финансовых расходов медицинских организаций на оказание консультативной медицинской помощи и проведение специализированной медицинской помощи онкологическим больным. По республике переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днем без осадков. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров. В Кызыле переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от минус 9 до минус 11, днем от плюс 3 до плюс 5 градусов. Внимание! Впервые «Народные деньги» объявляет акцию «10 на 10 за 10». Переплата всего 1 рубль в день. «Народные деньги». Такого еще не было.